привезли нам недостающие стройматериалы. Сейчас идет выгрузка. Наши бордюры целый палет. Всего лишь отмостка. А здесь такая стройка, а это всего лишь отмостка. Всего лишь отмостка. Не просто отмостка залитая, а еще сделанная правильно. Мешок еще, этот цемент докупили. Клей, сетка, рубероид. И вот там поребрики, бордюры. Да. Целый палет бордюров. Он вам привозил плитку. Нет. Нет. Вот такой манипулятор. Хорошо солнышко зашло. Не так жарко. Да, пока здесь сейчас выгружают. А мне интересно, как это все профессионально делается. Ногами управляет человек. Ты такое видел, человек ногами управляет. На руке-то скорее всего. Да. Ох, какое красивое горчичное поле. И фацелия зацветает все обильнее и обильнее. Видите? Вот она. Ох. Уже места нет даже для еще каких-нибудь стройматериалов. Я говорю, уже места нет, некуда ставить. Вот нашли местечко для вот. Боялась, что ивку завалят. Нет, все аккуратненько. И ивка целая. Вот, поехали наши бордюры. Работают профессионалы. Отлично. Сделано.
Убирают упоры. И все. Спасибо. А, там еще расписаться, наверное. Так, налейте 48, водород 2, цемент 3. Да, цемент 3. А один, 5 мешков. Сетка такая, вот там, 25. Проверяем, все, надо подписать. Да. Вот так. Я вашему магазину делаю рекламу. Да? Нужна скидка. Все, огромное спасибо. Камешку заберете? А? Все, сюда. До свидания. А, он там камни. Камень клал, чтобы вдруг не поехала машинка. Соседям тоже что-то привезли. Все строиться начали. Мотивирую всех потихоньку. Ой. Лёшенька, ну я что-то... Так, ты командуешь. Я буду командовать сегодня. Что-то у меня уже все, я выдохлась. А, еще вот такую дощечку купил. Не кондиция, хотя я не вижу. Вроде нормальная. Для сетки. Ага, да. Сейчас привалю. Ого, кирпич. Он здесь. Там был один комментарий. Боже, сколько растрат и ради чего. Да у нас денег много, друзья. Просто девать некуда. А ради чего, я вам отвечу. Фундамент — это основа дома. И если это все пустить на самотек, то развалится дом. Вот я вам отвечаю, ради чего все это. Вот, посмотрите, сегодня Лешек я не снимала. Перфоратором здесь все поотбивал. Со всех сторон, ну, с двух сторон. Там-то я первую сторону сама все делала. Правда, не перфоратором, а молоточком. Ну, вот, перфоратором все это убрали. Теперь нужно будет все это вычистить, вымыть. Может быть, даже загрунтовать. Потом будем крепить сетку. И бетоном, штукатуркой это все заделывать, укреплять фундамент. Вот ради чего все это происходит. Вы что думаете? Просто так деньги выбрасываем. Бетономешалка, мы вчера использовали уже ее и поняли, что если бы не она, это просто пупок можно порвать. А вчера лишь всего-навсего, сейчас я вам покажу, Лешек уже убрал опалубку, заделывали вот эти ямы, выбоины, которые я тут понаделала. Вот видите,
мешали бетон в бетономешалке и заделывали здесь. И вот сейчас я вам покажу еще с этой стороны. Вот моя ошибка, не надо было вынимать землю, я же докапывалась до хотя бы щебня, а здесь походу его уже и нет. Вот Лёшек здесь делал опалубку и заливал бетоном то, что я выняла этот грунт. По идее, конечно, земли там не должно быть, но здесь вот я уже не вынимала, видите, земля под цоколем, потому что ну чревато все это. Как будет, так и будет. Здесь будет с землей. Иначе, ну, страшно, страшно нарушать, понимаете? Вот не знаю, как здесь поведет. Вот то, что мы укрепили бетоном. Вот. И если бы не эта бетономешалка, даже вот такую маленькую часть бетона перелопатить руками, это уже можно остаться без спины, без рук и тому подобное. Поэтому бетономешалка обязательно нужна. Дальше, виброплита. Мы ее еще пока не использовали. Но это тоже, это когда будет засыпаться песок, сначала слой песка идет, его нужно утрамбовать. Утрамбовать можно двумя способами. Либо при помощи виброплиты, либо такую самодельную колотушку делают и ходят тынь-дынь-дынь-дынь-дынь руками. Это опять останешься без рук, без головы и вообще. А потом эту виброплиту мы можем и в аренду сдавать, да можем и продать потом в конце концов. Понимаете? А. Я, наверное, выгружу здесь и укроем. Мы будем завтра уже там закидывать все. Мешать, ну, чтобы не таскать. Ну да, в принципе, да. Сюда выставлю. Надо что-то подстелить, чтобы не это, ну хотя бы какой-то слой был. Там еще есть металл, можно еще металл. А чем укрыть? Полиэтилен-то я весь использовала, Леш. Вот. Поэтому мы делаем здесь все капитально. Чтобы один раз сделать и забыть про это, как про страшный сон. Лешек вон сегодня с мужиками сидел, разговаривал с соседями. Так они говорят, здесь так строили все дома вот так построены, вот из такого, не побоюсь этого слова, говняного кирпича, потому что здесь кирпичный завод есть. Ну и, естественно, покупали, наверное, то, что подешевле. А теперь все эти дома, все эти цоколи каждый год подлатывают, подмазывают, пробеливают и так далее. А потом, в конце концов, надоедает. Профлистом закрывают. А потом, как говорят, с глаз долой и сердце вон. Закрывают профлистом, чтобы не мучиться. Ну, вот так, как у нас было. И фундамент разрушается, понимаете? Ну, больше уже никто не подлатывает. Красиво же. Этикеточка красивая. А что там за ней? Да и ладно. Мы так не можем. Мы решили все сделать капитально. Пусть мы потратим очень много денег. Но это будет надолго, и больше здесь не нужно будет латать, подмазывать и так далее. Вот это я вам отвечаю на вопрос, ради чего. Если вы как бы не понимаете в этом смысле, ради чего, вот написать комментарий ради комментария, то я вам вот немножко объясню, ради чего это все делается. Делается это ради крепости нашего дома, потому что мы очень любим наш дом. Очень любим. Вот, только что все было затянуто. Видите, опять уже появляются просветы.
Там он затянуто. Как бы дождик не пошел. Леша купил 50-килограммовые мешки цемента. Тоже марка 500. По 400 рублей, да? Чего? 400 мешок. 50 килограмм, 400 рублей. Ой, ладно. Леш, телефон. Слышу. Так что вчера Лешек ездил заказывать этот товар в доку, и оперативно сегодня уже привезли. А сейчас звонят, вон слышу, спрашивают это. Ну, дайте оценку. Проверяют качество работы, качество доставки. В общем, сейчас это все важно. Мне тоже с Леруашки звонили, когда я привозила товар. Вот, ну, там водителю я ставила оценку, но они проверяли, эта оценка правдивая, не сам ли он себе поставил там десяточку. Так, керамогранит Юнис 2000. Это для плит малого и среднего формата, для керамогранита и любой плитки. Короче, вот этот клей мы будем добавлять в штукатурку, которую будем делать сами из цемента и песка. И вот этот клей будем добавлять. И я буду штукатурить цоколь, когда его укрепим армосеткой металлической. Вот потом я буду штукатурить это все. Вот такие дела. Так что наш дом не исключение. И проверить, друзья, вот проверить это было невозможно. Нет, конечно, можно было заглянуть под профлист, что мы и сделали, увидеть там старую штукатурку и сказать, что, ну, делайте скидку, потому что это все переделывать. Но это сейчас я понимаю. Вот. Чтобы штукатурка была новая. Но опять же, как, даже если новую штукатурку там увидеть, как ее сделали? Укрепляли ли фундамент? Вычищали ли там все? Вы же это не можете знать. Поэтому наш дом теперь, я думаю, что с цоколем и отмосткой все будет хорошо, мы утеплим, и все будет замечательно. Делаем мы для себя, поэтому и нам не жалко этих денег, этих затрат, которые мы тратим. Мы их не в форточку выбрасываем, а мы это делаем для дела. Нам здесь жить, в этом доме. И мы как с Лешиком решили, пока еще не совсем старые, пока есть силы, нужно это сделать. Потому что мы же не молодеем. И потом уже делать в возрасте, это нанимать людей, я повторюсь, мы никому не доверяем. Поэтому было принято решение сделать все капитально, сколько бы это ни стоило. Вот. Ой, вот сейчас здесь просто неимоверный аромат стоит. Я соберу цветочков. Вот прямо сейчас соберу цветы жасмина, насушу, и зимой будем пить чаек. Я очень люблю чай с жасмином. Огромнейшее благодарю, что напомнили мне об этом. Надо будет собрать и зимой вспоминать лето. Но это просто, боже, можно с ума сойти от этого запаха. Какая красота. Так, вышла, чтобы я...
Это все не так просто, естественно. Подвинешь немножко туда. Угу.
Как вот здесь будем прокладывать, я не знаю. Чего? Нормально все будет. Расскажи, зачем мы делаем? Расширяем, чтобы можно было бордюр установить, который будет ограничителем и в то же время зубом, опалубкой, ну, да, и зубом. Угу. Протянули шнурку и на ширину, вернее, толщину, ширину бордюра еще чуть больше сделали траншею, чтобы установить бордюры, укрепить их, а потом засыпать. Ну да. Я копала на ширину 80, но потом решили устанавливать бордюры, и поэтому так. Метр. Да, получился метр. Но 80 они так и будут. Бордюр, ну, да, да, 80, да, сантиметров. Ширина самой отмостки будет 80, не считая бордюра. Решили здесь не вывозить пока землю, потому что вот здесь я оголила канализационную трубу. И я думаю, что мы не успеем здесь ничего сделать в этом году, я имею в виду по поводу плитки. Поэтому все нужно будет здесь утеплить, чтобы зимой эта труба не замерзла. И плюс еще грунт еще вот с этой стороны, да, подсыпать, да, под бордюр. Да, да, да. Поэтому вот этот грунт мы пока не вывозим. Ну и я хочу сказать, он хороший грунт. Более-менее нет камней и чернозем. Не глина, а чернозем. Поэтому вот здесь вот все это дело высыпаем. Так, тебе уже неудобно. Давай освобожу. Сейчас, пусть стоит, я досыплю. Да, бетономешалка нас порадовала. Еще мы не смазывали, а так как вы советовали. Ну, вот это смазываете, да? Венец. Венец не смазывали, но спасибо за совет. Обязательно сделаем. Я сюда притащила бак, чтобы для раствора не бегать нам, не ждать с крана, не тянуть шланг. Вот, наполнили бочку, пользуемся. Вчера вымыли, то есть попользовались бетономешалкой, отмыли ее нашу помощницу. Без нее, ох, как тяжко было бы. Если учесть, что месить много. Месить очень много, мешать. А мы не настолько богаты, чтобы потом тратиться на лекарства. Это вот опять к тому комментарию, зачем столько вложений, ради чего. А чтобы удобно работать было, а потом она же еще и не только здесь, она много где поможет нам.
Ну, люди не понимают, люди думают, мы деньги выбрасываем на ветер. Я же написала, что у нас денег куры не клюют и собаки не едят. Может, до человека дойдет все-таки. Ну, видимо, написала женщина или кто, которая вообще ни разу не строилась, не знает, что это такое, как, почему и зачем. Мы славно поработали и славно отдохнем. Немножко. Открыли по бутылочке пива. Ага. Мы курим, пьем. Мы вообще неправильные, друзья. А то там тебе написали, Леша, курить вредно. А то, и что, а то непонятно. Ага. Кстати, вы с нас пример не берите. Да. Кстати, интересная информация. Недавно умерла самая старая жительница планеты Земля. Ей было 117 лет. Так вот, она до 117 лет пила и курила. Да. Не знаю, в каких количествах, но это вот как бы про нее там из ее вчера жизни. Вчера ты прочитал, да? Да, да, да. В общем, отдыхаем теперь немножко. Я уже столько вот собрала. Ой, божественно. В общем. Будет чай с жасмином пить. Да, будем пить чаек зимой. Ага. Вот. Вспоминать лето. Ага. Алёш, вот немножко натаскался, накопался. Сейчас небольшой перерыв, а дальше опять. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрёт. Да. Так что, ну, все это шутки, друзья, но я считаю, что бутылочку пива, кстати, очень хорошее пиво, Жигулёвская особая варка. Ага. Да, и Жигулевская Машанская. Для тех, кто живет в Европе, это пиво стоит у нас 37 рублей. Это сколько центов? Даже не думаю. Ой, это же не... сейчас по акции. Ну да, 40 рублей давай округлим. Да. Сколько это получается? 50. 50 центов, да. Так что у нас вот Елена Ивановна на общественных полезных работах. Да. Елена Ивановна. Отключился у Елены Ивановны автопилот. Лёшка приехал? Да. И я почувствовала, как я устала. У меня все заболело. Суставы заболели. Спина заболела. Вот как человек может... сколько вообще человек может вынести, да? Лёша приехал, все, автопилот выключился. Правильно. Лёша сейчас... что-то шебуршится, а с Еленой Ивановной мы договорились. Она будет давать ценные указания, будет командовать, иногда подталкивать меня, пенделя давать волшебного. Да ладно. Она такая. А мне когда надоест, я что думаете, бетономешалку купил? Надоест, я ее туда сажать буду и как центрифуг крутить. Гудят. Пчелы гудят, где у тебя горчица? Да здесь тоже много их. Там вообще. Ой, Елена Ивановна, насколько клубники у тебя? Да, если она вся поспеет. Ты же сахара сегодня купил? Купил. На морозе. Я варенье не хочу. Не надо. Я хочу перетереть ее с сахаром, ну просто засыпать в контейнер и в морозилку. И просто ягод можно заморозить. Да, без сахара. Без сахара, можно и так. Но я с сахаром больше люблю. Потом ну, зимой открываешь, ой, обалдеть. Так, не знаю, за какую взяться. Все такие красивенькие. Наверное, в доме так пахнуть будет, жасмина. Ага. Его же сушить надо в тенечке, вот я его в дом занесу. О, котам раздолье будет. Не, я к ним в терраске поставлю, да. Все растащит. Ой, красота какая зимой будет, а? Да и почему зимой? Гораздо раньше. Ну да, сейчас вот он. Кто мешает? Кстати, сейчас можно даже его заварить, вот прямо сейчас. Можно. Солнышко.
прошел, посмотрел. У тебя почти вся картошка вылезла. Даже ну, та, она которая... какая-то странная все. Главное, жуков нет. А ты что, жуков не любишь? Не знаю, будет картошка или нет, но жуков нет. Понятно, а ты что, жуков не любишь? Нет, Леночка, ты их просто не умеешь готовить. Да, да. Между прочим, сейчас там у них там на Западе пошла мода есть, да. Да, 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 из насекомых. Муку делают. Да, да, да. Ну, мы на Запад не стремимся, нам в России хорошо. У нас немножко другие взгляды, ценности. Много чего интересного на Западе. Да, солнышко включимся. Ага. Ладно, пойдем теперь обедать, да? Ну, ну что, еще что ли, или хватит? Готовиться будем к обеду. Да. Да, ладно. Да, сейчас включаемся, идем кушать, обедать. Вот такой вот тортик в разрезе. Я уже чуть-чуть его попробовала. Ой, очень вкусный. Не удержалась. Не удержалась. Ну, это вот как по советским рецептам. Ой, прям. Это вот наш фирменный этот магазин Лимак. Да. Но нашего тортика не было. Ой. Какая вкуснятина с такой небольшой кислиночкой. Я даже не могу дождаться. Чайник еще не закипел. Я начал резать торт. Спрашиваю Ленку, на сколько частей резать? Я обычно на 8 частей режу. Она говорит, не надо на 8 частей. Говорит, на 2 куска я, говорит, больше не съем. Пытаюсь сделать освещение, но что-то не получается. Темный кадр. Никого не встретил, что там в парке. В парке? Молодежь гуляет, катается. На самокатах. На самокатах, на машинках, на всяких там качелях. Народу много. Вот, сегодня на танцплощадке... Живая музыка, духовой оркестр, поют, играют и танцуют да жители. Да. Да. Пенсионеры? Ну, в основном, да. Так это вот танцплощадка открылась на этот праздник День защиты детей. И я так понимаю, в лучших традициях все это продолжается. Ну, наверное, по выходным. Сегодня же выходной, воскресенье. Ну, в том году такого не было. Ну. Так, давайте, Алексей Дмитриевич, чаек. Ага. Подоспел. Ага, ну пусть заварится теперь. Улиндра, ну что тебе, открыть еще пакетик? Сравните наши чашки. Ну так. И Лешина. В общем, чаевничаем. Ага. То ли ужин у нас такой, то ли... Ну, Лёшек же умеет. Я говорю, что будем ужинать? Он говорит, давай я за тортиком сгоняю. В честь начала отпуска. Начало отпуска или начало каторги, Лёшек? Начало каторжного отпуска. Да, мы там ходили, вымеряли... Уровень искали. Боже мой. Ну, уже сейчас не пойду, а вообще включусь, покажу вам, что там вообще, что делать, к какому решению мы пришли. Это просто какой-то кошмар. Короче, все будет не так, как планировали. Красоты в одной плоскости никак не получается. Ну, в общем, будем выдумывать. Друзья, рекомендую, кто в Чаплыгине, в Липецке, обязательно и... попробуйте вот этот торт сметанный от фирмы Лимак.
Это просто вот. Очень вкусно. Да, сметанник. Сколько тут? 700. 700 грамм. Очень вкусный, свежайший, просто свежайший. Ну, каждый день привозит с утра. Угу. С 9 до 12. Всем приятного аппетита, кто кушает. Шпуля будет кушать? Как Шпуля кушать просит? Покажи. Ой, вот так Шпуля просит кушать. Ну иди. Дай ложечку. Лешек мешок привез корма. Не один. Я как сухого. Подняла этот пакет, я офигела. Сколько же ты пакетов купил? Не знаю. Пакетов 100, наверное, да? А чтоб было. Пока на машине. Угу. Пока... Шпуля кушать хочет, да? Ой, Шпуля кушать хочет. Как Шпуля хочет кушать? Ну-ка покажи, как Шпуля хочет кушать. Как? Иди, иди кушай. Ой, вот так, надо показать же. Вот иди. Так, Шпуля, а что-то ты не подходишь даже. Да, вот Монька пошел. Сейчас. Монька пошел шебу кушать, да? Ой, мои сладкие. У нас здесь подпорки, друзья, стоят. Монька открывает шкаф и начинает там хозяйничать. Наводить порядок. Да, да. Я утром просыпаюсь, из шкафа все вывернуто. Все, что лапой достает, все вывернуто. Иди. О. А что это такое? Объелась. А зачем просила? Да. Ты посмотри, не хочет. Курицу с кроликом не хочет. Да нет, она просто не голодная. Ага. Ну и ничего. Ладно, Монька поест зато.